Для одного из крупнейших банков Испании Банкиа – это вопрос жизни и смерти. Ему необходимо получить от правительства более 23 миллиардов евро. Эта сумма эквивалентна ежегодным затратам Испании на образование. И неясно, где взять деньги на спасение банка. Премьер-министр Мариано Рахой заявил, что он мог бы предложить вариант получения необходимых средств за счет выпуска гособлигаций. Мы не можем позволить, чтобы подобный финансовый институт оказался в безвыходной ситуации, иначе это может отразиться на всей стране. Многие испанцы вообще не могут понять, зачем на спасение Банкиа планируется потратить миллиарды евро. Эти деньги поступают из карманов наименее обеспеченных налогоплательщиков. На верхних этажах от своих зарплат отказываться никто не собирается. Это непорядок, что нам приходится расплачиваться за долги частных компаний, руководители которых наделали ошибок. Это несправедливо. До недавнего времени правительство Испании говорило о сумме в 15 миллиардов евро, которая необходима для спасения финансовых организаций. Но теперь этих денег не хватит даже для одного банка.